Всем привет! Сегодня будем готовить с вами очень вкусный салат. И он такой достаточно простой в приготовлении. Для этого салата нам понадобятся отварные яйца, чеснок, зеленый лук. Но это все по желанию, кто как любит. Потом свежая морковка одна, майонез, консервированный зеленый горошек. И у меня тунец консервированный. Можете также брать горбушу, скумбрию, сару. В общем, все, что вы любите. В моем случае будет тунец. Сначала давайте порежем яйца. Буду резать такой небольшой кубик, меленький. Сюда же нарезаю зеленый лук. Морковь я буду натирать на терке по-корейски. Мне так больше нравится, когда она такая длинненькая. Чеснок буду натирать на мелкой терке. В салатник высыпаю горошек и консервированный тунец. Вот так можно его немножко размять ложечкой, чтобы были небольшие кусочки. Вот так достаточно. Высыпаю сюда же. И добавляю майонез. Следует перемешиваем. В итоге вот такой очень вкусный салат у нас с вами получился. Он очень сочный, ароматный. И на вид очень даже аппетитный. Ну а если вам понравился данный рецепт, не забудьте поставить лайк этому видео, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересных рецептов. Всем пока-пока!